Пыльная буря в городе Сехван пакистанской провинции Синд разрушила лагерь для внутренне перемещенных лиц. Здесь жили люди, эвакуированные из зон масштабного наводнения. Агентство Рейтера опубликовало кадры, на которых видно сотни вырванных из земли палаток и оставшиеся без убежища семьи. По данным метеорологов, в ближайшие несколько дней в регионе ожидаются сильные дожди, что может создать дополнительную угрозу для населения. Напомню, масштабные наводнения в Пакистане затронули больше 33 миллионов жителей. Жертвами стихии стали больше 1400 человек. Предварительный ущерб оценивается в 30 миллиардов долларов.